4 года назад я создал этот бизнес. С нуля. С чистого листа. А сегодня мы одна из лучших MLM-компаний в мире. Наша партнерская сеть работает по всей России и в зарубежных странах. Таких темпов роста даже я не ожидал. Бизнес-модель, она на самом деле уникальна. В каком плане? Она объединила те вещи, которые уже были, да, то есть это сетевой маркетинг и, в принципе, вся кооперация, которая в стране существует. Но чтобы объединить эти две вещи, это удалось только Роману Василенко, и на базе этого, по сути, и построена компания Life is Good. На сегодняшний момент мы точно знаем, как мы будем двигаться в ближайшие несколько лет. Горизонтов мы еще не видим. Мы можем только представлять себе первые какие-то ближайшие задачи. Ну, во всяком случае, на полтора года вперед у нас расписаны все семинары, которые нам необходимы для обучения наших консультантов. Те люди, которые приходят в этот бизнес в надежде зарабатывать хотя бы 100-150 тысяч рублей, через полгода, через 7-8 месяцев, пускай даже через год выходят на доход в 500 тысяч, но их благодарности нету предела, и они так же, как и я, ставят перед собой более высокие цели. Знаете, этот бизнес, он действительно для всех. И кто поставил себе цель или задачу реализоваться, достичь определенной карьеры, то вот эта компания, она безгранична. Мы только развиваемся. У нас пришло только развитие, только цвет наступает. Команда постоянно развивается и расширяется. Я постоянно наблюдаю. Каждую неделю, каждый месяц, каждый квартал команда расширяется в 2-3 раза. Это новые регионы, новые страны, новые города. Компания расширяется с такой скоростью, что мы скоро будем всемирно известны. Работа по всему миру, без границ, международная компания, сетевой маркетинг, огромная команда, которая работает вместе со мной, поддерживает меня, я поддерживаю их. Я живу этим бизнесом. Бизнес стал, компания Life is Good – это образом моей жизни. Это бизнес с большими возможностями и прежде всего для молодежи, потому что именно им продолжать большое, благое дело. В холдинге пропагандируются такие понятия, как активный, здоровый образ жизни, когда люди проникаются пониманием, что они могут работать в команде плечом к плечу, чувствовать друг друга. Это крайне важно. Здесь это является огромной ценностью в нашем холдинге. Мы нашли себя, мы стали работать, мы увидели, мы полностью зашли в этот бизнес. Люди, которым мы стали давать информацию, они, у них тоже жизнь поменялась. Только это радует не только меня за самого себя, да, что у меня так все хорошо, и у них все прекрасно. Поэтому, ну, вдвойне интереснее. За 2,5 года я достиг 7-го карьерного уровня в компании Life is Good. И это те изменения, которые не просто поменяли мою жизнь, мое сознание, мое мышление, но я хочу то же самое, чтобы моя команда прошла через все это, начали зарабатывать те деньги, которые они хотят, потому что здесь безграничные возможности. Мы даже не охватили какой-то доли процента населения нашей страны своими продуктами. Со временем мы выйдем на 1% населения нашей страны. И нетрудно посчитать, что это в десятки, а в сотни раз перспектива нашей компании вырастет. На сегодняшний момент у меня качественная структура, которая отвечает всем критериям нашего бизнеса. И самое главное, самое важное, она молодая и амбициозная. Мы за качество, мы за лояльность компании, и наша команда растет. Мы организуем на командообразование мероприятия, которое происходит в таких прекрасных местах, в горах, на морях, и люди, где могут расслабиться и просто пообщаться, не поговорить даже, не говорить о бизнесе как таковом. И в этом плане у меня есть большой опыт, и я помогаю развивать это направление. С первого дня в мою команду включились очень сильные лидеры, профессионалы. Благодаря им на сегодняшний день у меня, наверное, самое большое количество директоров компании Life is Good. Жизнь настолько стала наполненной и насыщенной, и я уже не знаю, где граница между тем, что это отдых, путешествие, или же все-таки это работа. Все дирекции работают очень хорошо, насыщенно. Совсем новый круг друзей у меня появился. Я просто жить начала полноценной жизнью, так, как показывают по телевизору, да? Вот. Я начала жить совсем другой, новой, интересной, насыщенной жизнью. К
каждый из вас может прийти к нам и построить уникальную карьеру. Приглашайте людей, стройте бизнес вместе с холдингом Life is Good. Рассказывайте своим близким, родным, дальним о том, что есть действительно такая уникальная возможность, благодаря которой вы сможете поменять свою жизнь на 180 градусов. Наша задача сделать так, чтобы большое количество людей были счастливыми, получая наши продукты. И самое главное, чтобы обратили на нашу компанию как на бизнес-проект, взяли этот инструмент и поменяли свою жизнь, как это сделал я. Если твоя команда с деньгами, и они могут себе позволять такие вещи, которые они не могли позволить раньше, то тогда ты достиг успеха. Люди ждут наших продуктов, люди хотят делать с нами бизнес. Здесь только структура руководителя. Даже Роман Василенко – структура руководителя. И потому что все деньги на карьере, все деньги на структуру руководителя. Такой маркетинг-план нету нигде. До сих пор только мы начинали. Это только начало. Мы будем скоро. Только моя структура делает такой оборот, как половина фирмы сейчас. Мы выращиваем директоров, которые сейчас уже у нас отдельно делают свои семинары. И у нас уже есть время заниматься с другими регионами. Полностью я погружена в этот бизнес Life is Good. Поэтому в Казани, когда я обычно бываю, у меня приемы, они идут до 2-3 утра. Компания Life is Good – это сплошное удивление. Это сплошные восторги от неординарных решений, от неординарных предложений. Я сразу просчитала, что коэффициент полезного действия в этом маркетинге самый наивысший. За мной пошли люди именно из города Казани и близ моих регионов. Конечно, сейчас мы развиваем Татарстан, я выхожу в другие регионы. Рост компании очень видно, сколько у нас сотрудников на больших мероприятиях. Я могу уделять время семье, путешествиям, родителям. Я могу уехать на месяц отдыхать, моя команда будет работать. А я, приехав в свой регион, объеду за неделю все города, поставлю задачи на месяц вперед, на 2 месяца вперед, и структура будет работать. Команда у меня работает в разных регионах. Со мной вместе работает команда профессионалов, которые очень дружные, сплоченные, друг другу помогают. И мы делаем одно большое дело, и в этом есть залог нашего успеха. Сейчас мы зарабатываем очень серьезные деньги в компании, но это еще постоянное обучение, постоянный рост, постоянное развитие. То есть компания на сегодняшний день дает все. Она дает нам хороший гонорар, компания дает нам путешествия. Все, что нужно человеку для счастья, все это есть в нашей компании. Это компания номер один в моей семье. Мы занимаемся только в компании Life is Good. Я совершенно свободный человек, свободный от времени. У нас есть все, у нас есть поездки, у нас есть семинары. Я люблю эту работу. Вот эта компания мне открыла новые пути, новую жизнь. Все новое, то, что я, наверное, в жизни, в обычной, которую я прошла, я не видела. Компания и руководители компании, и мои сотрудники продлили мою жизнь. Я начала получать тот финансовый достаток, к которому стремилась всю жизнь. Это очень элитный и красивый бизнес, в который нужно не только идти, но и бежать. Мой личный успех – это суммарный успех всех моих сотрудников. Компания предусмотрела все. Если ты актуален, если ты хочешь зарабатывать, то именно в нашей компании ты обязательно придешь к успеху. Люди ждут в разных регионах, люди просят твоей помощи, они нуждаются в твоей помощи, в твоих знаниях. И если я беру нового партнера и сотрудника, то я непременно должна вырастить из него лидера, я должна поставить его на ноги. В компании настолько грамотно все продумано, от системы оплаты труда, мотивации, отлаженных бизнес-процессов, что работать одно удовольствие. У меня бизнес сегодня активно развивается в 8 городах, география от Бишкека до Екатеринбурга. Во всех городах Казахстана этот бизнес сегодня набирает очень хорошие обороты. Выстроена система обучения, система презентаций, система вебинаров. Не надо ждать 10, 20, 30 лет. За короткое время каждый человек может выйти на очень серьезные доходы в 4-5 нулей. То, что компании делают за 8, за 20 лет, мы буквально проходим это все за несколько месяцев. Количество людей, которые знают о компании Life is Good, очень много. Я считаю, что
через годика-два Life is Good – это будет ну просто весь мир. Мы проводим семинары, презентации в стране и по всему региону Казахстана, по всем городам. Сейчас у нас в семинарах проходит более 500 человек. У меня около 3000 человек, которые работают со мной вместе, партнеры. Я была в таких уголках Казахстана, в которых не была на протяжении 60 лет. Я удивилась, сколько вообще в Казахстане таких красивейших мест. Вот у нас там клиенты, мы выезжаем на презентации, на семинары. Мы живем, проживаем, поддерживаем друг друга. И именно в регионах появляются такие золотые люди. И когда на тебя смотрят эти горящие глаза, так и хочется поддержать, дать что-то новое для их успеха. Я всегда мечтала быть полезным человеком в этом жизни. Не только для себя, но и для страны, для родственников, друзей. Я сейчас занимаюсь тем, чем я всегда хотела заниматься. Это свобода прежде всего, это обучение IBA Академии, это знание, это общение. И я теперь из России, из Киргизии, в Казахстане, по всем городам, по всем странам ездим. И, конечно, это путешествие, которое президент дает возможность нам путешествовать по всему миру. Структура у меня достаточно обширная, начиная с Калининграда, заканчивая Владивостоком. Я бываю во многих городах. Буквально за последние полгода я объехал уже 60 городов Российской Федерации. Это очень много. Перспективы развития очень огромные. Здесь нет наемных работников, здесь нет начальника и подчиненного, поэтому нужно выстраивать отношения. Люди, которые пришли и идут со мной рядом, мы как-то дышим в унисон, понимаете, мы в одной лодке. По Дальнему Востоку, особенно Камчатка, держит первенство по количеству членов кооператива. Не первое, но, по крайней мере, в первой пятерке мы точно состоим. Перспектива нашего дальневосточного региона очень огромная. Ну, я не говорю уже про весь холдинг целиком. Да, проделана большая работа и много удалось достичь. Но мы только в начале пути. Life is good. Жизнь прекрасна.